Я очень плохо отношусь к идее ремейков в нашем телевидении, особенно к раскрашенному Штирлицу. Это вообще нонсенс. Ну, если кто-то считает, что искусство великое квадрат Малевича, ну, давайте, будет он не черный, а зеленый, или синий, или красный. Ну, я не знаю. Ну, когда берешь что-то родное, любимое, и в чем есть художественный смысл, задумка и художественный образ, то, что как раз и подразумевает искусство, когда это переворачивается с ногу на голову, я вообще не понимаю. Я сейчас не говорю о фильме «А зори здесь тихие». Я его не видел. Я видел оригинал. И мне его вообще в моей жизни достаточно. Фильм, над которым рыдаешь. Не факт, что я буду рыдать над этим. А может быть, буду, я не знаю. Ничего страшного нет, что что-то хорошее переснимается. Но давайте все-таки какие-то приоритеты иметь в своей голове, что вот это есть, а остальное где-то тут. Ну, как-то так вот. И не делайте из этого что-то такое, ох, выдающееся, ох, мы вот такое сделали, мы сотворили новое искусство. Да нифига подобного, оно уже было до нас сделано. Чего переписывать историю-то?